топ-3 реальных и нереальных ужасов на Хэллоуин. Начнем с нереального. На третьем месте по нереальности зомби, скелеты, мумии и прочие живые мертвецы. В мертвом организме нет обмена веществ. Следовательно, мертвое тело не может двигаться. У него нет энергии для этого. Кроме того, мертвое тело теряет гибкость и прочность из-за трупного окоченения и из-за гниения. На втором месте по нереальности существа, составленные из частей реальных живых существ. А также реальные существа, уменьшенные или увеличенные в несколько раз. Так что гигантские насекомые или люди размером с насекомое невозможно. И полулюди, полузвери, и люди с крыльями, или люди со звериными головами тоже невозможны. Потому что каждый живой организм – это сбалансированная система. Изменение какого-то параметра в ней приводит к потере функциональности всей системы. Например, у русалки кожа на человеческой половине тела разрушится от долгого пребывания в воде. Человекообразному существу с крыльями для полета понадобится к этим крыльям добавить мускулатуру по массе раз в 10 больше, чем человеческие руки. И для функционирования этой мускулатуры увеличить в несколько раз объем легких. А крылья нужны будут размером с дельтаплан. Все эти навороты просто негде разместить в человеческом теле. Увеличить насекомое до размера человека также не получится, потому что системы дыхания и кровообращения насекомого рассчитаны на маленькое тело. А для поддержания теплокровности и сложной нервной системы нужно, наоборот, большое тело. И на первом месте по нереальности магия, потому что она противоречит всем законам физики. Например, надев шапку-невидимку, человек сразу же ослепнет, потому что прозрачный глаз не может преломлять свет. Переходим к реальностям. На третьем месте самые обыкновенные звери и люди. Реальная собака, а тем более несколько собак, может кусать не хуже, чем нереальный оборотень. И строго пофиг, что, в отличие от оборотня, эту собаку можно зашибить лопатой, если в момент нападения этой собаки под рукой нет лопаты. А буйный пьяница с ножом может зарезать не хуже серийного маньяка-убийцы. И жертве строго пофиг на то, кто ее убьет. На втором месте страшные ужасные ситуации в повседневной жизни. Можно превратиться в страшного урода, обварившись на кухне кипятком. Можно куда-нибудь провалиться в какой-нибудь канализационный люк. Можно заживо сгореть на пожаре. Можно просто медленно и мучительно умирать от онкологии или от деменции, постепенно превращаться в пуфик. И на первом месте это фантазии, приводящие в состояние панического ужаса, без какой-либо реальной на то причины. Все, что мы рассказали про реальные и нереальные ужасы, касается нашей реальности, в которой мы живем. А весь современный хэллоуинский контент построен на основе кино, мультфильмов и книг жанров хоррор и фэнтези. А там не действует привычная нам наука, религия и здравый смысл. Там все устроено так, как это придумали и реализовали авторы, с целью, чтобы было эффектно и зрелищно. Короче, чтобы зрителям нравилось, а не чтобы было правдоподобно. Поэтому обвинение религиозных фанатиков в том, что Хэллоуин – это якобы взаимодействие с бесами и демонами, неуместно. Хэллоуин – это взаимодействие читателей и зрителей со своими любимыми выдуманными персонажами из выдуманных миров. И никакого сатанизма, и вообще никакой религии. Только культура и международный культурный обмен. Наконец-то до России дошло из Англии и Шотландии. Не надо выдумывать скрытый духовный смысл там, где его нет.